Ай, ты чего тукаешься? Я не нарочно. Я летел, летел и упал. Летел без крыльев? Это мухи летают, а пауки как-то ползают. Я летел, честное слово. Как муха? Нет, как паук. Не может быть. Может, может. Тогда покажи. А кто окажется прав? Маленький паучишка или колокольчик с ландышем? Кто будет прав? Вы узнаете в книжке, в рассказе, как паучишка летал. Как летал паучишка. Вот. А нашивает этот рассказ вот в этой книге «Сказки из леса».